Привет! Я продолжаю серию портретов, которые посвящены женщинам, оставившим спорный, кровавый, но яркий след в истории. На очереди Дарья Салтыкова. В народе ее прозвали Салтычиха. Впоследствии это прозвище стало символом кровавых расправ. Салтыкова принадлежала несколько крупных имений и более 1000 крепостных, а на ее счету кровь более 130 крестьян. За малейшую провинность она приказывала избивать до смерти, изобретала изощренные пытки и получала удовольствие, наблюдая за мучениями. Но благо Салтыкова поплатилась за свои поступки. Императрица Екатерина II вынесла приговор – пожизненное заключение в подземной тюрьме без света и человеческого общения. Пожалуй, из всех женщин, которых я нарисую в этой серии, Салтыкова единственная, кто не имела никаких мотивов к такому количеству убийств. Она именно упивалась страданиями.